Кроме того, поддержку оказывают семьям бойцов. Отметим, что в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта до 2 миллионов рублей. За год можно заработать 4,5 миллиона. Новобранцам и их семьям предоставляют более 30 мер соцподдержки. Также увеличена до 100 тысяч рублей сумма выплат за содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или в пункт отбора для заключения воинского контракта. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате или в районной администрации по месту жительства. Помимо этого, конечно же, мы активно работаем с членами семей военнослужащих, и они имеют очень много льгот на сегодняшний момент. Это и бесплатное питание в школах, это приоритетное зачисление в дошкольное учреждение и бесплатное пребывание детей в детских учреждениях.